Хабаровская краевая общественная организация по поддержке малообеспеченных граждан «Милосердие» оказывает отделение помощи бездомных ночлежкам. На осенне-зимний период для лиц без определенного места жительства специально переоборудовали несколько железнодорожных вагонов. Приют будет работать с 19 до 8 часов. Здесь смогут ежедневно ночевать до 100 человек. Как отметили в Министерстве социальной защиты населения края, помимо места для ночлега, граждане будут обеспечены теплой одеждой, горячей едой, получат возможность пообщаться с православным священником и психологом. Также бездомные смогут пройти санитарную обработку и сделать флюорографию.